Смотрите, вот сейчас у Павловича возник вопрос, а что делать, если не получается ноги? Ноги продавить сюда, действительно, ну, это ну, тяжело, если человек, как бы, все сделать тяжело, если вы, грубо говоря, уперлись рогами и пытаетесь там продавить их. Можно продавить, если начать двигаться, как бы на движение поймать, но так вот просто взять и тупо продавить их сложно. Поэтому это, в принципе, работает, но надо раскачать человека, да? Если не получается, опять же, это как бы взаимодополняющие темы, там, движение туда-сюда, туда-сюда. Получается, да? Если не получается, вы берете... Тут просто единственное, если у вас есть возможность, поменяйте захваты, как бы под икры его возьмите. Ну, за штаны, если есть штаны, да? Вот, и делайте движение, я люблю тазом, да, вперед. То есть вы можете подшагнуть прямо на уровень его таза. Потому что все равно вас не схватит ничем за ноги. И как бы делаете такое движение вверх тазом, то есть выбиваете отсюда ноги его, да? Я вот, ну как тазом и бедрами, да, то есть я подбиваю его как бы под колени бедрами. И теперь все то же самое, вы просто кладете ноги на бок, садитесь в лэг-дрэг в этот, да? Отпускаете, вот это очень важно, да? Пересечь. Соединить локоть с коленом выше его колена. Если вы делаете вот так, он развернется, да, восстановит гард. Вы не пройдете. Ну, будете проходить долго. Отсюда раз, пошли. Так, это все очень просто, ну, в принципе, да? Еще раз. Допустим, да, вы качнули. Единственное, я вот не очень люблю захваты здесь менять. Я люблю какой-то такой захват взять, который мне помогает, видите, я вот... как бы не сбоку и не снизу, а под 45 градусов, чтобы... Потому что каждый раз менять захват, типа, пошел назад, взял этот захват, пошел вперед, поменял. Раз, там, сюда качнули, не пошел, пошли вперед, да? Раз. Сбили ноги с бицепсов и на сторону, на бок положили. Соединили. Вот. И отсюда пошли. Уже стоит контроль. Под колено, так. Колено под колено, ой, колено под мышку, руки под голову, и здесь ногой таз зафиксировали. Также самое, ну тоже то самое, если он вам на таз ставит ноги, то есть я вообще считаю, что вот даже вот если отпусти руки, даже если вот так вот делать, да, то есть в принципе, если я сейчас пойду вперед, ой, назад, он все равно будет ногами меня догонять, если я совсем далеко от него не убегу, да. Ну тут ему как бы, ему чего бояться, я далеко. Поэтому я считаю, да, даже если я хочу как бы отсюда без рук прижать ноги, ну вниз как бы прижать к полу, то мне все равно надо тазом движение сделать. Потому что ноги прилипают как бы ко мне, да. И потом отсюда уже, а тем более если я хочу куда-то в сторону пойти, то все равно тазом надо, да, их подбить. Поэтому и со штанами, ой, и с рукавами то же самое, да, то есть назад качнули, вперед подбили, убрали, не знаю, зашли под мышку, если хотите здесь сразу, да. Давайте тоже поделаем минут 10.